долгожданный дождик. Очень долгожданный дождик. Одессу снова смыло и затопило. Нихера себе. Вот это да. Даже птицы офигели. Люблю грозу в начале мая. Ну и шмаляет. Я уже давно не май. Но гроза дошла в июне. В середине. Гроза, я на всякий случай отключил антенны, включил режим в самолете. Мобильная связь, все остальное на телефоне выключено. Цель как бы спать. Сейчас на мопеде. Просто прекрасно. На велосипеде не хуже. Thank you.
Часть молнии с громом, часть молнии без грома. Фура, 40-тонник, в грозу и гром через две сплошных. А, так вот кто это каждый день не будет вот этим дебильным сигналом, орущим на сотни метров. Ну пищи себе рядом в 5 метров, зачем орать мне в окно? О, дебилы. Привезли, наверное, упаковку сока и блок сигарет на 40-тонной фуре, как всегда. Ровненько, как стрела. Время около 3, и вот такая вот темень. Четкая картиночка такая, резкая.